В честь народного артиста России Александра Градского названа улица в его родном городе в Челябинской области. Об этом сообщил глава Копейска Андрей Фалейчик. В честь нашего земляка Александра Градского, певца, музыканта, композитора, который являлся одним из тех людей, без которых нельзя представить российский культурный код. В городе Копейске названа улица, отметил глава города. Именно в Копейске легендарный музыкант появился на свет 3 ноября 1949 года. Семью его отца Бориса Фраткина эвакуировали в Челябинск из Харькова во время войны. Музыкант жил в Копейске до 1957 года, а когда ему исполнилось 8 лет, вместе с родителями переехал в Москву.